О совместных действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации в зимний период договорились сегодня республиканские власти и крупные энергетические предприятия. Подписи под соглашением поставили руководители ЮСТК, Хакасэнерго, Абаканских электросетей и Абаканской ТЭЦ. От правительства документ завизировал заместитель главы Андрей Новоселов. Теперь возникающие ЧС будут ликвидировать совместно энергетики и республиканские спасательные службы.